особенно как я слышал, с баллон разгазовых делают. Прилетают днище, две вместе. Ну, вид боевой. Вообще, конечно, супер. Давай. Мы пошли на море и теперь уже стараемся запомнить дорогу, чтобы к Сергию сразу попасть потом с моря и не заблудиться. Ну, по-моему, не туда послушайте. Так, а тут как бы уже и теряется все. Да, тут тропа закончилась. Что-то вот тропа есть и раз и пропала. Да, попробуем в ту сторону пройти, давай. Она как бы есть и... А вот она дальше пошла, вот сюда. По прямой сюда. А, нам надо было туда идти, вон вот она. Так, вот так надо было. Угу. Все, здесь будем, да? Давай. Да, встретили казаков, которые проводят здесь рейд. Ну, а мы сейчас здесь вот расположимся, как раз денек хороший, место. Ну и все, да? Будем здесь купаться. Да, здесь купаемся. Птички поют. Красота. Вот такая острога у Георгича есть. Давай раздвинем. Да, сейчас он облачится в ласты, маску, трубку и пойдет за рыбой. А потом я тоже попробую. Да. На море, кстати, редь какая-то появилась. А ветерок у нас. Ага, ветерок. Да, машины не было, да? Угу. Ну вообще штиль был, вообще тишина была. Сейчас Георгий заходит в воду. Но вид боевой. Вообще, конечно, супер. Давай. Я сейчас тоже пойду купаться. Ну, ходить, конечно, здесь по этим камням не очень комфортно. Были бы все вот такие валуны. Вот сейчас в лагуну пришел катер. Люди сели в него, и сейчас он их отвезет до большого утрыша. 300 рублей стоит билет с одного человека. Ну а мы хорошо покупались. Я сплавал с маской, с трубкой. Георгичу ничего не удалось поймать его острогой. Но он видел барабуля.
камни уже нагрелись, горячие. Вот Сергей к нам подошел тоже с Аделей. Вот такой полунудистский пляж, потому что здесь и люди обнаженные купаются, и не обнаженные. В общем, такой демократический пляж. Стою на горячем камне, приятно так. Это место называется Балкончик. Здесь вечером проводится культурное мероприятие. Там вот гитара висит, чайник есть, умывальник. Музыкальные инструменты. Я покажу чуть-чуть, потом ты... Ну, я сказала,
Барабан. Да, гитара. Дзин, дрин, дрин. Это еще игрушечные, то есть он сувенирный. А есть микрофоны такие, они прям звучание у них сильное. Особенно их я слышал, с баллона с газовых делают. Вылетают днище, две вместе спаивают, и там сильнее получается. Застегнул, если нету, застегни, понятно? Так учить.